Издрастримы. И меня, походу, кто-то там палит. Да ты серьезно, что ли? Ты-то какого хрена тут забыл? Отстань от меня. Дневник Дайнса. Так, а где этот мудак, что ли, внутри? Да вы задрали ледяными уже! Хоть бы один раз попался огненный! Не попал, не попал себе голову и пал. Или сломал, я не помню, что там было. Ладно, сохраняемся, входим. Посмотрим, во что это выльется все. Блин, чертов стол. И патушки. И уж лучше от греха подальше. Вот сработали все-таки, а? Что тут видно? Ага, понятно. Чем из-под... Да и... Нафиг, у него железный щит, он много весит. Искатель переключений на свою жопу. Молодец, поздравляю, чувак. Смерть у тебя. Вашу мать, сколько вас тут полегло-то? Так, змея. Сюда... Вы нам коготь-то дадите? Уж как без когтя я вскрою эту дверцу. Фу ты, поломать. Так, хлеб, вино, помидор. Когтя нет. Костяной тут коготь нужен, оказывается. Ладно. Я уже этот коридор где-то видел. Такой же коридор, точно, в точности. Какой-то из гробниц. Беспокойный? Успокоим. Твой... Он что, шпагат сделал, что ли? Вот... Драугры. Блин, надо было этот... Надо было с собой... взять... Ай, блин, да что ж вы не даете мне договорить? Надо было с собой взять эльфийский для похищения душ. Я тут на ты взял душ бы. Блин, могу поджечь его. Что у нас тут золото? Серебро, посмотри-ка. Не застанешь врасплох, чувак. Есть моя мудрая мини-карта. Если можно ее мини-картой назвать, конечно. Так, вот тут еще трупак валяется. С камешком дождь наполнен. Обычно заполненным. Так, тут еще у нас валяется топливо до хрена. Я полна мать. Вот эта дверца. В жизни бы не догадался.
что такая дверь может быть. Зажег какую-то хрень. Дверь открылась. А, то есть мне надо через тут... Ну почему нельзя напрямую сделать все, а? Я тебя закрою. Тьфу ты, я тебе откроюсь. Откройся, падла. Ну чё все так через жопу-то, а? Как будто в России живем, ну правда. Он дохлый? Ладно, спасибо. Не надо убивать. Искатели приключений всякие тут. Так, бойцовская рыбка, гниль. Ага, ага. Так, дневник. Костяной драконий коготь. Орел, орел, дракон. Угу. Так, книжка. Книга, я сказал. Дневник. Угу. Так, часть амулетов. Серьезно, что ли? Айварс. Ну, да это то. И еще и Сартал. Ну спасибо. Удружили. Мать вашу. Вы что тут стоите? Но! Что, ловушка была, что ли? В каком месте? Или они через эту ловушку пролетели? Да, они через эту пролетели ловушку. Ядрит, мандрит. Ну, еще один. Не вставай, братюнь, сам открою. И пать. Богатый драугур. То есть что у нас за задание? В Сартале. Зал Гермунда и Фолгунтур. Три части. Амулета. А, значит я правильно пошел. То есть мне не. А, это получается в одной локации, что ли, все? Спасибо, хоть не надо будет бегать по всему Скайриму. Лежать. 13. Ну. А ты откуда вылез? Откуда он вылез? Падла. Тьфу ты, япона мать. Сундук? Не попал, не попал. Ну и какая тут ловушка может быть? Стрелы, что ли? Великий камень душ. Слава! Так, стоп, что у него? Ага. Угу. Так, значит, поднимаем, это допускаем. Так, ладно. Ага. Ага. Блин. Вы серьезно, что ли? О! Ядрить! Калашматить.
Да, и все-таки я жалею, что не взял с собой посещение души. Мы... Убьют? Убили. Ты посмотри. Умные камешки какие. Я столько душ тут натырил. Ё-моё. Так, костная рехалка. Вскрываем дверцу. Сразу убиваем вот этого гада, потому что он встанет. На, крик не готов еще. Скажите мне еще что. Да, есть еще. Так, инструмент для бальзамирования. Ага. Кто мог этим? Да твою мать! Кому там задница покой не дает, а? Он такой беспокойный, а? Так, ага. Типа змея, дельфин и орел. Ребята! Не обратили случайно? Да ты серьезно, что ли? Так, а теперь чайнику объясните. Тьфу ты, еб... В пати калавратий. Ну, два варианта. Либо этого рычага там не было до тех пор, пока я в другую комнату не сходил. Либо я настолько слепой, что не увидел его с первого раза. Так, только вот вопрос, в какой именно последовательности они должны быть? Слева направо или справа налево? И чё это? Ничего, что ли? Ладно. Так, вроде бы так. А, вот оно как. Я даже неправильно сделал все это дело. Так. Вот тут змея должна быть. Вот тут дельфин. Вот тут типа орел. И, конечно, они должны быть синхронны через стенку друг к другу. Да, все правильно оказывается. Они должны быть идентично развернуты. Ненавижу этого лестницы. И ненавижу такие вот сюрпризы. Ты почему еще живой? Ты какого хрена живой еще? Кто-нибудь мне ответит на вопрос. Так, это неуязвимо, ясно. Поручная железная броня. Стендап, чуваки! Чувачки, стендапчик замутите. А сразу нельзя было это сделать. А, вот оно как они делают. Ладно,
Да чтоб тебе мышка-то грёбаная. Чё ты сразу нажимаешься-то? Лежать. Да. Думаю, ты настолько дебил. Наивный. Не заметишь всего этого говна. Не, ну хотя есть такие люди, которым пока пальцем не покажешь, носом не тыкнешь, они ничего не заметят. Не спорю, есть такие люди, я их не осуждаю, все в порядке. Так, что у нас там должно быть? Костяной роль, драколь. Да, почти. Чётненько почти что. Их всегда устраивает символ дракона. Так, что у нас тут? А, это был миллиардный. Думал, это древний норский рогатый. Так, крипта. Ай, многоступенчатые эти локации. Как я вас терпеть с днем с огнем не могу. Особенно такие здоровые локации. Имеется в виду огромная местность. Большое место для битвы. Затишье. И вон там труп. Это ж труп. Вроде бы это труп. Нет. И патушки-калавратушки, я прав. Кринцашаль, кринцашаль. Авдилон, Авдилон, да, обрати меня. Так куда ты уходишь постоянно от меня? Фаспак Динак, да. Только не дыхни, только не дыхни. Сдохни, но не дыхни. Они типа кочурились. А, ну да, убил некроманта, убил существо вызванное. Или вызванные существа. Вот это что такое! Часть амулета Галдура. Вот оно это что такое! Вот откуда это все дело! Ё-моё! Я радуюсь, потому что... Вот когда я в предыдущей сессии игры работал, я нашел синий, вот такой вот почти что, такой же амулет Галдура. Там было написано часть амулета Галдура, и устанавливает магию, чем увеличивает магию на 30 единиц. И эта хрень никак не выкладывалась, я думаю, нахрен она нужна? Это, оказывается, по квесту должно быть. Мне просто квест тогда не давали. Так, золото... Грамота наложения печати, черный клинок Галдура. Ладно, пойдет в коллекцию. Ну почему нельзя с него броню снять, а? Почему? Почему у него в могиле ничего нет? Что там грамота? Так, грамота. Доставайся 7 крыл убийцы предателя, будет проклят за грехи твои перед миром и лордом, будет твоим домом, твоим событием, но твой наша печать приводит. Ну поздно, ребята. Прибыл под печатью. Угу. Так, кошелек, урна и все. Спасибо и на этом. Ребята, дальше ориентиры.
Очень серьезно, я вслепую должен все это искать, что ли? Или вы мне ориентиры дадите какие-нибудь? Драугур Трейл? По-моему, ничем не отличается от Драугура. О, стенка! Стенка на стенку. И сундук хорошенький, я так вижу. Всякие перчатки, сундучок, что у нас там? Так, кольцо, ледяной транах сможем вызывать, булавка, так, клинок. Что нам туда дадут? Так, морозное дыхание, да вы заколебали. Хотя с другой стороны, чем бы? Мне тут уже два слова. И 16 душ, которые жаждут потратиться. Так что будем пользоваться морозным дыханием. Орочий двуручный. Возьму, у меня орочий двуручный есть. Но он у меня подписан как клинок владения Вайтраном. Так, кстати, по поводу клинка владения Вайтраном. Это обнаружил одну интересную хренотень. Ку. В общем, когда я пришел в Вайтран, ну и зашел к Ярлу, там у нас серая грива сидит, если не ошибаюсь. Подошел к нему, у нас появилась там строчка «Мой Ярл желает чего-нибудь еще», что как раз ведет к пути получения титула Тана. В общем, он мне опять дал задание купить дом, помочь жителям Вайтрана. Собственно, что и делал Балгруф старший. В общем, я уже все сделал, подошел к нему, так и так все сделано. Он опять мне дал личного Хускарла, Лидию, ту же самую, которая у него не сидела в доме. Дал клинок владения Вайтраном. Только Балгруф мне давал топор, то есть секиру на 60 дамагом, 12 веса. А этот серая грива дал мне орочий двуручный меч с теми же параметрами, то есть 60 на дамаг и 12 на вес. Но в любом случае, мне приятно. Ладно, это все ложь и провокации, так что ставим лайки, подписываемся на канал, и в следующей серии мы продолжим искать эти части амулета Голдура. Всем пока и всем удачи, ребята!